Привет! Да, с вами наблюдает я, Максим Зинды. И сейчас мы играем с тобой в Майнкрафт. Конечно, не через палку, но из-за того, что ну, у да. меня не хотелось карту прожать, все Майнкрафт обычно. Да, так, короче, вот, ребятки, вот. Берем наши вещи. Смотрите. А 8 минут будет карта, вот. Тут какой-то терминатор пролетел вот так вот и сделал вот такую большую яму. Ну, это не я, если что. Так, это вот, берем вот Татикен. Это. У нас, кстати, такой баг, типа у нас скины каких-то ангелов, но сейчас у нас они какие-то не ангелы. Ну да, просто эти скины купили за работу. Да. И получается, что тут каждый день. Вот у меня такой сейчас. Стоп, подожди, а что? Молоко? А молоко ты зачем? Ну? Чтобы это... Я сейчас сделаю. Молоко. Что, вот? Да. Что, очень много, да? Нет, все, я сделал. Тебе в сундук ложить или... Сундук короче, положу. Я тебе в сундук положу. Ой. Вот, как раз две сделал. Так, ты себе одну возьми. Я взял. А, ты специально. Себе ну, окей, давай. Так, подожди, сейчас надо нам выйти на карту. Выйти на карту, может, вот на этой карте. Мне кажется, ребят, мы будем сегодня играть. Да, вот, так, вот такой нет. Чит у нас. Давайте ты будем кладенько. Начинается с супер прыжка, да. Давай, на счет три. Раз, два, три, пью. Выпил. Выпил. Последний мне видимость. Давай, на счет три. Раз, два, три. Погнали. Таймер у нас 8 минут. У меня сейчас скоро супер не работает. Так, тут уже я вижу первую мячку. Ну, знаешь, Тикин, конечно же, сразу ее заметит. Так, сегодня, кстати, у нас карта какая-то Китай. Да, какая-то непонятная карта. Да, ай, блин. Ну, я не знаю, это наши первые столбы, так что строго сразу не судите, что да, мы типа... Ставьте лайки. Да. Но не дизлайки, кстати, я нашел такое место. Никто не говорил. Кстати, за карту нельзя выходить, за карту. Окей. Поделал это замок. Нельзя ходить. А там? Ставить тоже там нельзя. Там озеро. Ставить тоже там нельзя уже. Окей. Так, ребятки, куда же мне поставить эти блоки? Так, тут мы уже побывали. Вот жаль, что прыжок такой маленький. Был бы у меня сейчас оп, я бы сделал нам такой прыжок, чтобы мы за одной тыки в космос улетали. Я, кстати, так проэкспериментировал над своим другом. Он был не нубом и не профи. Я так над ним экспериментировал, типа он только нажал на прыжок и уже улетел куда-то непонятно. Потом прошло где-то минут 50, наверное, ну, нет, 10 минут прошло, так. И он наконец-то выбрался. Но это было очень круто. Так, поскольку, ну, это было просто жесть, как он долго летел. Было бы сейчас прыгучить хотя бы нормальная какая-то. А тут ставила, делала вот на блок, потому что остается нам 5 минут. 5 минут? Ого. Знаешь, тут блоков, в принципе, много. Так, надо, ну, не 5 минут, потому что еще осталось нам обратное время. Так что надо побыстрее поставить все блоки. Ой. 5 минут остается. А у нас же одно мне только зелье. Время, а, ну окей, давай. Ну давай, когда но сделаем. Я не могу два блока. Я тоже не могу. Я тоже не могу. Да, вот это ты прям спецназ. Там фиг кто заметит. Вот тут кладка такая у меня. Никто не заметит. Блин. Из четырех блоков, если не из пяти поставить эту кладку. Ага. Блин, тут блок, конечно. Блин, ну... Времени еще 4 минуты.
Блин, я еле перепрыгиваю эти два блока. Это просто. Я уже прятать не буду, потому что я сюда не Я пока что, ну, давай так не ставить много блоков в одном месте, а то так просто лень будет играть. Честно. Что? А, ну окей, так, и сразу и сказал. А то там кладку поставил. Шутки. Я только что тебя видел. Так, ребятки, почему-то я тут ничего не могу. Блин, тут такая скорость, что вообще? Ну, особенно скорость, нубская скорость против и нубский прыжок, это что-то, вообще что-то, ну, нечто. Ага, это было просто читерский метод. Блин, а зачем я это все делаю? Я же могу просто... Окей. Потом там не видно место поставить букву, это что? Для того, чтобы там будет взорвать. Ууу, ребятки! Он это место точно не запалит. Йо! Блин, да я не могу поставить место той блока. У меня последний блок. Так, надо найти очень хорошее место, ребятки. Я просто не хочу проигрывать, я только на победу согласен. Да, именно победа. Так, ну, по-моему, он не заметит, ну, знаете. В принципе, я уже то, что хотел, я уже все блоки поставил, так что... Ну, давай, быстрее достраивай, я просто не могу ждать тебя. Вот просто ждать тупо не могу. Ну давай быстрее. Кстати, ребятки, можно было просто тупо так сделать. Тогда я классно поставлю, ну всё. У меня уже нету блоков. Так, теперь давайте... Выпивай дельта. То есть выпивай ведро с молоком. Да, все выпил. Так, а теперь что делать? Теперь иди туда, и я тебе выдам зельку. А. Я сзади. Не, на самом деле, А, ну короче, давайте сейчас. Так, ну вот, ребятки, короче, мы пришли на спаун. Я не забыл, где он нас. Нам давайте как его. Ну давай, ты понял. Я понял. Я просто тупо мог себе сам взять. Я тебе, кстати, кирку скинул, криптобога. Ну, не криптобога, просто тупо кирку. Я тупо себе молоко, ну и себе, и себе, и тебе. Я тебе молоко поставил. Я себе взял, да? Пока что нет. Но я ща возьму. И там стак. Зелье. И... Так, это зелье прыжка, но не факт. О, может мне взять? Это у меня что-то не то зелье. Не то зелье. Можешь мне еще взять? А какой тебе нужен? И все. Да, мы продолжаем. Ага. Так, короче, ребят. Да, у нас у каждого скин за деньги, короче. И можно... Да, но у меня он отображается, у тебя тоже отображается один. Да. Давай зелька выпиваем, куда ж ты пошел? Подожди, ты мне дал зелье на 3 минуты суперпрыжок. Да. Да ты мне на 3 минуты дал его. Короче, что... Давай. Зато забор перепрыгивает. Короче, мне пусть будет. Мне пусть будет. Давай на счет 3 пьем зелька. Раз, два, три. Выпил.
И погнали! И погнали, все, идем. Блин, вот это теперь скорость у меня топовая. Блин, я не знаю, где ты просто тупо спрятал все свои блоки. Я просто, типа в шоке, офигел, типа, карта такая большая, а блоков так мало, ну. Да. Блин, вот большой плюс, что можно забор перепрыгивать, это сейчас так, забор не перепрыгнешь. Я тоже не могу, тут такие нычки. Да, но блин, я пока твои блоки вообще не знаю, где ты их тычкал. А, вот я один нашел. Значит, ты тут был и поставил. Нет. Опа-на! Я нашел, походу, твою кладку. Блин, просто место реально. Четыре блока там было. Блин, я офигел просто тупо. Я сам бы не заметил, если бы я немного. Ты самую большую мою кладку нашел. Да. А почему тут, кстати, сундуки не. А, короче. Окей, я теперь понял. Ты просто проиграл, можно сказать, потому что тут у тебя ноль блоков. Да, ты можешь, но, блин, если бы я не пошел именно в это здание наверх, тогда бы я просто этих блоков не нашел. Mm-hmm. Блин, такое чувство, что я типа зря сюда и шел все время. Ну, ребят, ну я не знаю, где Тикен просто спрятал свои блоки. Я, ну да, зашел на его след. Ну, не такой уж он и большой такой, что можно орать прям. Ну еще один мой блок, ты точно не найдешь, я его спрятал. Ну ты один блок мой не найдешь, тупо я его спрятал на самом видном месте, но он до сих пор там лежит. Опа, еще один блок Тикена. У меня уже 6 твоих блоков. 7 блоков твоих. Блин, я да, можно сказать, с 3 блоков, но блин, не, я с 5 блоков делаю кладку. Просто это там просто место, ну, оно не за картой, и оно не за зоной карты, можно сказать, оно просто тупо за, ну, на карте. Оно. Ну, один точно уж да. Да. Ну да, ребятки, Тикен почему-то, наверное, выпал за карту. Потому что, наверное, мои блоки там нашел. Я, кстати, тем временем нашел твой блок Тикен. Блин, а я за карту выпал. Аж. Блин, вот, блин. Печально, что у меня прыжка не было в это время. Кстати, обход, да, я твой блок нашел. Ну, блин. Ты как-то по-нубски прячешь, я твои блоки просто нахожу, как. А ты, кстати, за картой находил мои блоки? Да, за картой нельзя вообще. Так я знаю, я там не за картой, то. Ой, кто мне ударил только что? Я с 2 блоков буквально упал, и меня 2 раза задамажило. Это вообще нормально, я, кстати, только что твой ник видел. Как-то, читерским способом. Ну, ребятки, это. Да я очень много времени потратил на то, чтобы выиграть. А была. Шо? Ну, то, чтобы выбрать солдата, я невероятно много столько времени потратил. Я себя типом не выиграл. Боже, выбрать. Знаете, ребятки, у Тикена бывают такие, типа, и палатки. Ну блин, а ты хоть какой-то паркур мелкий хотя бы проходил? Нет. Я тут вижу паркур один, я на него ни ногой не ступил даже. Блин, я походу по своим же ногам хожу. Так, тут нет, тут тоже нету блоков Тикена. Так, тут тоже нету блоков Тикена. Где же?
Они могут быть. А ты сверху прятал блоки какие-нибудь хотя бы? Да. Ну я знаю, я просто нашел только один блок, но твой сверху. Но я не знаю, это просто жесть, но мне постоянно. Я, можно сказать, что большую половину там прятал. Я именно на карте ставил блоки. Но я поставил один блок на каком-то здании. Я еле туда запаркурил, можно сказать. Я не паркурил, я просто блок сломал, чтобы туда залезть. Да, телепортирующих кнопок. Ну, это все делает Тикен эту карту, так что обращайтесь к нему. Номер 300 400 500 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500 700 500
А я уже, короче, куча раз побежал карту и просто твоих блоков. О, ноль нашел. Там, кстати, телепорт вроде бы был. А, нет, это здание. Я тоже бегаю кругами. Ну, я вот нашел одно место. Ну, это не за карта, я скажу. Это, короче, вот смотрите, Кен. Это не за карта. Там еще есть здание, там ход просто секретный. Но я тебе просто дал подсказку, типа, оно есть там, где есть паркур. Ну, изичный паркур, я просто без... Я даже без прыжка, суперпрыжка туда запрыгнул. Потому что у меня он на три минуты был. И он мне очень помогает, чтобы перепрыгивать всякие блоки такие. Блин, ну предлагаю вот уже идти на старт. Ну, давай, просто давай, пошли. Все, у меня кончилось. Ну, ребятки, короче, давайте сейчас на паузе, на спам придем. Да, хрупкий. Да. Раз, два, три. Блин. Ой. Ничего себе. Все, у меня кончились блоки. Все. Чего? Чувак, это троллик? Да. Вау, у тебя он выглядит как крипер, если посмотреть на него. Все, кончилось. У меня кончились. Блин, я, кажется, ты не видел. Алло! Все, у меня кончились. Не, это 9 блоков. У меня все блоки кончились. Ну, блин. Хочешь, давай я сейчас покажу тебе, где я все свои остальные... Да мне не надо, я могу читом это все сделать. А, кстати, все это время я мог летать. Ну, окей, Габл. Мне не надо креатив. Я просто через палку сделаю его. Так, ты сейчас найду это место, где... Я сейчас найду это место. Полет включу. Я пока что не могу найти то место, но его скоро найду. Блин. Вот одни блоки, где ты находишься. Здесь не показал, не видно. Нажми на карте на палку, потом нажми на друзья. Ну да, я про это забыл вообще. А, ну а где ты вообще сейчас? Я тут. Сейчас я тебя попробую найти. Короче, где ты? Вот, сзади. Вот, вперед. Давай. За мной. Вот это место. Это читерское место. Тут просто, смотри, как я туда залез. Я просто вот так вот взял, пил и все. И просто туда зашел, а потом супер прыжком перепрыгал это все. Вот так вот я от этого блока сюда запрыгнул, потом сломал эту штуку, потом...
отпрыгнул, поставил блоки, потом как-то отпрыгнул вот сюда. Ну, короче, еще одно место, оно было где-то поблизости. Я там поставил вот 5 блоков своих, это просто самое райское место. Я не знаю, я пока ищу его. Я точно уж... Да. А, то есть в домиках? Вот, вот, вот я. Да. Вот Тикен, смотри, смотри, иди ко мне, иди ко мне. Вот, вот, вот моя кладка, вот моя кладка. Это просто тупо моя кладка. Оно находится, кстати, вот этот. Так, смотри, смотри, я же отсюда вот так вот. Да, вот так вот, и запрыгнуть. Вот я... Сзади, 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 назад. Ну да, так тоже можно. И вот моих блоки 5 штук. И, кстати, я в начале видео этот блок вспоминал. Я думал, что его просто... Ты его найдешь на изи просто... А вот, оказывается, ты его не нашел до сих пор. Этот блок. Ну, блин, вот это мне реально понравилось. Это я просто нашел супер нычки, на которых... Да. С вами был Максим Тикен, ну и всем пока.